В мобильную приемную депутатов Законодательного собрания Приморья обратились жители микрорайона Радужный в городе Уссурийске. «Мы купили квартиру в новом микрорайоне Радужный. Радовались как дети. А сегодня выяснилось, что мы должны платить за квартиру по 12-14 тысяч в месяц. Сумма неподъемная, особенно для тех, кто оформил жилье в ипотеку. А все потому, что вовремя не подведен газ. Но мы же в этом не виноваты. Как нам дальше жить?» На последнем заседании Комитета по экономической политике и собственности депутатами было принято решение о том, чтобы помочь жильцам, проживающим в микрорайоне Радужный. Напомню, это несколько тысяч человек, которые оказались заложниками ситуации, когда газификация этого района была не закончена вовремя. Поэтому жители вошли в зиму практически с тарифами по снабжению теплом этого микрорайона в несколько раз превышающими средние по краю. Поэтому депутаты пошли навстречу, и было принято решение о том, чтобы компенсировать эту разницу в расходах управляющей компании. Соответственно, жители этого района, жители города Уссурийска не пострадают от того, что район до сих пор не газифицирован.